Всем привет! С вами Зонг. Продолжаем прохождение. В предыдущих сериях видели двух основных обитателей этого региона. Это баронесса Онроуд и пирата Рори, который опять наводит ужас. Из всех трех банд пиратов этого региона его банда, пожалуй, самая грозная. Вот эти корабли, акулы, они не очень сильные, а вот другие, на котором он сам летает, не помню, как они называются, вот те уже сложные. Кроме них, здесь есть еще два барона. Один из них мерзкий. Товарищ с мерзким именем, вот его фото. Хаджодж, который применяет на своих шахтах рабство. И вообще, когда с ним разговариваешь, такое ощущение, что он все время купается в ванной, в которой лопаются пузыри мыльные или еще какие-то. Здесь он считается одним из самых могущественных баронов. И второй барон, которого, кстати, зовут Антон, ценитель прекрасного, филантроп и ценитель искусства. Взял и купил себе сфинкса. Представляете, сфинкс в космосе. Где-то вообще в дальних уголках. А также у него есть кусочек китайской великой стены и арк де триумф. Триумфальная арка, что ли? В общем, чувак вообще странный. Так, ну, вернемся к работе. А, да, кстати, вот еще что. Теперь, когда мы приняли чью-то сторону, у нас появилась вот эта строчка. Список ключевых компонентов по сюжету. В данном случае, вот мы в предыдущей миссии добыли вот эту штуку. Чтобы пройти весь сюжет, здесь должны быть все компоненты. Ну а пока возьмем перерывчик от работы набору и поработаем на как раз баронессу Онроуд. I have a very delicate message that must be hand delivered to the honorable Baron Hajad. In these troubled times, tack band communication becomes unduly impersonal. Do me the favor of flying to his barony, delivering my message, and bringing back his reply. And in turn, I will favor you with money. Как-то многовато денег за простое послание. Ах, да. У нас же новый корабль. Поможем, сможем ли мы его купить? Сможем. Буквально еле-еле наскребаем, но оно того стоит. Вот как он выглядит. По дизайну, мне кажется, немножечко проигрывает предыдущему, зато намного лучше. По характеристикам. Вот у нас осталось 84 кредита, красота. Еще вот такая полезная штука, больше энергии, очень полезная штука.
I just play your message when I get to Hajjad, that's it? And bring back his response. Baron Hajjad won't be expecting you, but you should not have a problem if you politely explain that you are delivering a simple message from me. Enter the dominion of Baron Hajjad. Slaves, intercept his rule. This is Jake Logan. I mean you no harm, Baron. I've got a message for you from Baroness Onrol. Indeed. It is about time the wretch responded to the terms of my proposed alliance. You may proceed to my barony. I grant you audience, little messenger. You may land now. Okie dokie. Видите, я не уничтожаю оружейные генераторы, чтобы как-то повысить свои шансы на выживание. Потом поймете почему. Да, это, конечно, немножко жульничество, но... Это жульничество без каких-то читов. Figure out how to turn this thing on. Ah, here we go. Most esteemed Baron Hajjad, I thank you for granting my messenger permission to enter your lavish domain. Your generosity is only matched by your compassion. Furthermore, I thank you for your magnanimous offer of alliance. She's quite a little charmer, isn't she? However, after carefully reviewing the terms of your proposal, I am saddened to inform you that I must reject it. Although the benefits of regional peace are many, I simply am sickened at the thought of entering any kind of pact with such a despicable worm as yourself. I am amazed, no, aghast, by your thinking that for one moment I would disgrace myself by joining with you in any endeavor. Save war. You are unworthy of my further attention, Hajjad. Why, of all the contemptuous belligerents, that wench, that harpy, oh, slaves! Kill this miscreant who brings me insults! Hey, I'm just an errand boy. You know what they say about shooting the messenger, right? I shall send your pitiful carcass back to Onrol as my reply. I'm out of here. Ah, my guard patrol has returned to seal your doom. Slaves, destroy that ship. Вот так убежали. А если бы все те платформы были активны, хрен бы два мы убежали. Еще, как видите, у этого барона в собственности целых два сектора.
I am most pleased with Hajjad's response. It was far more interesting than I expected. As it was not my intention to put your life in such grave danger, I am increasing your pay. Thank you, pilot. Мне нравятся задники, которые они рисуют для всех персонажей в игре. Ну, а на сегодня это все. Всем пока.